Привет, друзья! С вами Сантей, продолжаем мы рубиться в Атом РПГ. В этом видосе я выполню квест «Убийство свиньи». После того, как я принес Ариадне фильтр для очистки воды, 50-й видос, ссылка появится сверху. Снова говорю с ней. Она говорит, что у культа Грибницы есть враги, которые считают своим долгом мелко пакостить грибницы при первой же возможности. Один из таких людей – торговец Павлюк. Ариадна хочет, чтобы я убил ручную свинью, которую Павлюк держит в подвальном помещении бункера торговой палаты Краснознаменного. После убийства я должен оставить на трупе свиньи записку с угрозой. В записке, которую дала мне Ариадна, говорится: «Свинья – это только предупреждение. Любой враг прогресса встретит такой конец, если не задумается над верностью своего пути. Пожалуйста, задумайтесь, ваши друзья». Дальше иду в бункер торговой палаты. Комната Павлюка самая крайняя. Чтобы незаметно мочкануть свинью, нужно выманить его из комнаты. Не грубите ему в диалоге, иначе он отморозится. Первый способ выманить Павлюка – это использовать общение и сказать, что его вызывает к себе генсек Геннадий Николаевич. Павлюк подрывает булки и идет к нему. В тумбочке слева у кровати – зелье общения с животными. Использую его. В правой тумбочке ингредиенты для изготовления зелья самому. И после этого я смогу говорить со свиньей Павлюка. Свинка сама просит убить ее. Она говорит, что Павлюк дни напролет читает ей переписку Ленина и Крупской, и что это все ее уже порядком достало, и хочется покоя. Значит, смотрите, если вы нагрубили Павлюку, есть еще способ, как выманить его. Рядом у дверей стоит слесарь. Если сказать ему: «Слушай, я хотел бы тебя кое о чем попросить», а затем использовать харизму, то он начнет стучать по трубам и тем самым выманит Павлюка из комнаты. Получаю дополнительный опыт. После этого уже можно пускать свинью под нож. Не забудьте подкинуть записку в труп животного. Важно! После мочилова не разговаривайте с Павлюком, иначе он на вас сагрится. В 22-м видосе, ссылка появится сверху, я взял маскхалат и теперь без труда смогу незаметно взломать дверь на кухню. В ближних шкафчиках, кроме посуды, ложек, вилок, нет ничего интересного. В дальних холодильниках неплохой хавчик. Значит, смотрите, после применения зелья общения с животными можно поговорить с Джульбарсом. Собака будет отвечать человеческими фразами на команды, которые вы будете ей давать. Но в принципе ничего особенного от этого не будет, опыта вы за это не получите. Дальше иду к Ариадне в грибной культ. Говорю, что я выполнил поручение, в награду получаю опыт, 500 рублей и 5 аптечек. Использую общение, прошу больше. Получаю еще 200 рублей и 2 аптечки. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, пишите комменты. Всем до свидания.